гусь есть. О, гусек. Жестковатый гусек, да? Кайф. Можно есть. Кешенька. Я еще, блядь, кешу, блядь, зажарили. Ну это лебедь был, да, на самом деле. Да, не кусок кеши. Лебедь. Из арбалета моего, как заебись, да, въебали. Как он сам упал. Я думаю, нас это, блядь, не посадят за лебедя-то, не? Ну, да не найдут. О, заебись, Диман, ты мне захуярил. Давай. Что-то жестковатый он какой-то. Давай с двух рук. Рэмбо еще просил ему кусок принести. Ну ему горло принесет. Ему крылышко. Вот это вот, да, крючок вот этот, шейник. Крючок вот этот, да. Хорошо, я понял. Просил он, говорит, мяса, говорит, горячего. Дать тебе попробуй, Женек. Да. Бля, слушай. А он такая, не жара. Вещь. Как, лебедятинка, да. Вкусно. Бля. Смотри, лебедятинка-то какая. Лебедушка. Ну. Не, это самец, наверное, да? Самец? Кобель. Боровок. Боровок лебяжий. Блять. Ладно, пацаны, надо на стол положить его. А где? Нихуя ты грызешь, блядь. Ножку откусил, да. Ни хрена. Нравится тебе булдыжечка. Заебись. Там вкусно. Как думаешь, Виталий Николаевич понравится? Уже зубов нет. У кого? Виталий Николаевич? Он говорит, я мясо не ем, потому что зубов нет. Ну так ему может овсянку есть и разве и сою может есть. Ну да, проживать. Ну, я. Проживать ее. А мы ему собрались вот эту хуйню, блядь, нахуй нести ее. Это просто издевательство. Издевательство, еб. Это как у меня был прикол, блядь, когда. Да это как колбаса. Была у меня челюсть сломана, блядь, ёпта. Понял, нахуй. Вот. И мне матушка приносит пряники, ёпта. Ага. А у меня рот, блядь, хуй там. Ну. Мизинец, ну, я понял. Она говорит, вот тебе пряники. Вот тебе молоток. Пиздец. А там я скарифанился с пацанами, блядь, понял? Ну, с пацанами, с мужиками, нахуй. Они его крошили, в рот, они, блядь, засыпали. Они были эти, ну, после зоны, понял, блядь? Ну, вурки, ёпта, хули, блядь. Вурки. Они чифер, короче, заваривают, нахуй. И с пряничками. А я-то не знал, я никогда в жизни не пил этот чифер, блядь, всю хуйню, ёпта. Они хуяк этот чифер, блядь, хуякс, нахуй. И мне, бля. А я долбоёб, ёпт, хуяк в этот чифер, блядь. Три. На, смотри, какой кусок. Три ложки чая, блядь, туда, нахуй, ёпт. В этот чифер, блядь. Хуяк. Ты? Да. Они, ну, там, понял, стакан должен ты ходить, слыхал, короче. Покрепче любят, покрепче, чтоб стакан вообще. Вот этот стакан, блядь, да должен ходить, короче, на троих, нахуй. Ну, чтоб вставлял. Да, они мне раз. Я думал, все одному. На-ка, мне. Желудок полечи, браток. Я думал, все одному мне, ёпт. Я туда, блядь, сахару нахуй. Они сидят, охуевают. Они смотрят на меня. Они уже поняли, что это хлебный чиферист. Я туда, блядь, сахару нахуй в этот чиф, блядь, ёпт. А хули там чиф, блядь, ложка. И прянички мочить, наверное. А ложка вот так вот, блядь. Ну, медленно, понял? Ага. Опускается, ёпт. Думаю, нахуя, блядь. Густой. Стоит. Они его там ту-ту-туру, блядь, долго его делали, блядь, там, нахуй. Ага. Я хуяк, это чиф, блядь, пряник, нахуй, ёпт. Ну, хлебный чиферис, я вижу. Хуяк. Ну, для меня, как бы, крепкий чай, да крепкий чай. А пряник-то как? А они, блядь, селедки Думаю, зачем селедка-то, ёпта? А селедка, чтобы, блядь, когда чиф пьешь, чтобы не блевануть, ёпта. Ой, бля. А я хуяк с его с пряником. Чувствую, блин. Ставила. Лезет, короче, ну. Думаю, с какой радости-то хоть, ёпта, ебучие рога, нахуй. Ёпта, мне хана, нахуй. Ёпта, пиздец. Ну, я-то думал, кайф будет. А я просто, блядь, всю ночь, бля, ходил вот так по отделению, бля, как олень, нахуй. Ёпта. Пряники грыз. Пиздец, ёп. К одной медсестре, блин, раз подойди сюда ко мне, блин, не хочется поговорить, ёп. Пиздец, как Алёша Поебурова, ёп. А ты, Дим, пьёшь чифер? Нет, а чё? С пряниками-то вкусно, он врач говорит. Да, ну, мне...
Ну нет, к сожалению. Ну я знаю, ты как грек, винчишка. Да. С водичкой. Да, то, что понижает давление. Ну так что, понравился тебе чифер или нет? Не, больше никогда не буду. Че, даже не взбодрился, глянь, всю ночь ходил. Да вообще, ты хуйня, ёб пизду. Хуйня, да, это все? Лучше выпить, вот. Чего? Чего? Чего там у него? Картонный сок. Картонный сок, ёпта. Картонный сок. Картонный сок лучше выпить. Хорош картонный сок. Ой, Люба. Люба. А мужички, значит, попивали, да, чефирок? Попивали, блядь, сучи. Да. Ну так они тебе что не сказали, как это все закончилось? Они охуели на меня, ёпта. Они тебя ебало не разбили? Не. Да ну, он же просто не знает. Они посмеялись, ёпта, да. И все, блядь, как ну, дураком, ёпта. Ну ты потом-то заварил им. Да как ты пряник-то заточил в эту? Чай-то купил, братве-то потом. Я железки эти, хуяк нахуй, понял? Ну, чем челюсть подвязал. Да я понятно. Развязал. Да. А, ну понятно. Аж челюсть. Челюсти ходуном от чифера заходили. Ну нет, а была челюсть-то не нижняя, блядь, расколота, блядь, а вот так вот, ёпт, хуяк. Я хуяк пизду думаю, блядь. Это-то работает нижняя, блядь. Думаю, дай-ка пизда. Ну. Хлеборезка работает, можно все нормально. Ну а нормально. Сейчас ты закрутил. Вот, блядь. Не, охуенно, ёпта. Охуенно чифера попил. Чифер, блядь. Как попил, ёпта. А я думаю, зачем они селедку держат, ёпта, нахуй. Я не знал про селедку. Они солененького, оказывается, ёпта. Да это какие-то чиферисты тоже такие-то, вот, как врач. В больницу, в больницу легли и начали чиферить, от нехуй делать. Так еще, блядь. Кого это... там когда тошнило, я хуй знаю, по малолетке только. Я помню, в детстве мне персонаж поразил, все маски, короче, я лежал там, да. Мне делали нос, дал, ну и что-то там исправляли. И там мужик такой красавец, короче, я запомнил. Такой, короче, он по больницам, не работал в то время, но если работать обязательно, а он по больницам, то в этой больнице полежит, потом в другой. И типа, походу, это, не жил нигде, только по больницам. Ну. Профессиональный больной, все налажено было. Зачем ему вот месяц здесь, потом полгода где-нибудь на микроне. Думаю, вот это интересно, вот это образ жизни. Ну а что, там же кормят, Дим. Да, там нормально. И он прям все у него налажено. Я могу тебе сказать, вот посмотри. Свидания у него там все. Пункт переливания крови, блин, я знал, один ходил туда кровь сдавать. Вот там постоянно один бичара приноровился, там же перед сдачей крови, короче, заходишь, чай горячий дают, печенье там поесть. Вот он приноровился завтракать, ходить, короче, зайдет туда на этот пищеблок, нахуй, сядет тоже, как будто донор, печенек поест, горячего чая попьет. Я не знаю, сколько у него продолжалось, я когда при мне его там гнали оттуда уже спалили его там. А так ходила, зима была, что нормально, зашел горячего чайка, взбодрился, а там крепкий делали, хороший такой, и печенек закинул, гуд. Не, сейчас уже такого нет там. А что там, нихуя, вина наливает, что ли? Деньги дают это. Да и тогда деньги давали, чтобы кровь лучше шла с утра, чая крепкого наливали. Я сдавал, бля, плазму последний раз. Да я хуй знаю, что вам здесь в Орле дают вообще, блядь. Вам вообще нихуя здесь не дают. И кровь последнюю забирают. Вот и нихуя не дают. Да? Сколько денег давали? Ты еще донор, наверное, да? Почетный. Почетный, блядь. Реально. Подпетный, блядь. Почетный донор. Виталий Николаевич почетный, я знаю. Донор? Да. Ну сейчас хуй наебешь. 200 прыжков. Чего не наебешь-то? Не, ну раньше-то было, блядь. Любой алкаш мог пройти туда, блядь. Ну как, потом анализы все равно сдавали, блядь. Одно время даже спартаками не пускали, блядь. Потом опять стали брать. Вот меня, блядь, чего? Пиздец. Фоткали нахуй, ёпта. Спартаки нахуй, вся хуйня, ёпта. Через год, блядь, если, блядь... Новые появились, как? Так ты не сказал, ты почетный донор или нет? Да нет. Нет, ну и нехуем тебе быть. Все, спасибо.